Блять, это какое-то видео на Ютубе. Пиздец, это какое-то видео на Ютубе. А, ну вот. Вот эту хуйню надо смотреть. Всем привет, с вами Егор. О, ну, то есть это не хуйня, я имею в виду, что... Что, блядь, с качеством, нахуй? А, это фейк вообще. Всем привет, с вами Егор Крид, Макс, Лейзи и Даша. Сегодня у нас настоящий фитнес-клуб и настоящий приз. Реальные деньги. Сегодня мы устроим спортивный... А где оригинальное это видео-то, ёб твою мать? А где оригинал видоса, блядь? Оно удалено? Ну, видоса нет, крути заново. Так вот, видео. Всем привет, с вами Егор Крид, Макс, Лейзи. Даша! Сегодня у нас настоящий фитнес-клуб и настоящий приз. Реальные деньги. Сегодня мы устроим спортивный челлендж. Егор Крид! Задача каждого из нас последним сойти с дорожки. Кто последний, тот богатый. Дорожки три, а нас четверо, поэтому не все сегодня смогут участвовать и заработать деньги. Давайте скинемся. Блин, я так хочу выиграть деньги, чтобы купить себе гору сладкого. Ребят, ставьте лайки, если тоже любите сладкое. Цуефа, цуефа, цуефа. Да блин, мне всегда в этой игре не везет. Ребята, пишите мне в комментариях, каким еще способом можно выбрать участников. Надеюсь, следующий блин мне повезет. Ну что, мы готовы. Стой, сколько денег я получу? Сколько километров ты пройдешь, столько и получишь. Офигеть, ребят, напишите в комментариях, чтобы вы купили на эти деньги. Может, подкиньте мне пару идей, если я выиграю. Что это у нас тут происходит? Почему занимаемся без тренера? Какой тренер? Мы сами хотели с ребятами побегать, там деньги заработать. Давайте встали возле дорожек. Сейчас я вам дам два кубика. Та цифра, которая вам ребят, попадет, ну а чё, а чё? Будет вашей... Вы скипнули осу! Ну все. Печально. А я скипнул... Сому. Скорости на дорожке. Вы готовы? Чё, всего лишь 14 минут потерпеть. Да, 14 давай, минут. Хорошо. Давай, двойка. Давай. Что там? Сколько? Да второй кинул. Чего? Единица. Да! Егор, давай, твоя очередь. У меня нет шансов. Подожди, а? Давай второй кинул. Один! Все нормально, у меня еще есть. Семь это рабочий темп. Давай, бро. Мне нужно 12. Что-то какие-то везучие. Со мной бог удачи. Я не понимаю, что они делают-то, блядь, что это значит? Ооо, хорошо. Еще одна семерочка. Нет. Ну как бы ты понимаешь, да, кто соберет деньги? А теперь продолжим. Ты первый. Сейчас ты кидаешь кубик, и та цифра, которая тебе попадается, приравнивается номеру твоего задания. Усложнение. О, блин. Давай, хорошо. Давай. Пять. Макс, тебе дают водный пистолет. Быдло, ты ебаная. Блин, я Егор тоже ёбнулся. Договаривались на игры, а не видели. Нет, судя по всему, Егор... Егор, может быть, и ёбнулся, но он вовремя пришел в себя и удалил видео. Поэтому нам приходится смотреть перезалив в плохом качестве. И ты можешь расстрелять соперника. Просто какой-то везунчик. Это застава! Лейзи, я чё? Давай! Почему все пиздец? Последнее время чат такой пиздец, вообще пиздец. Чат, вы чё не пиздуи? Чё происходит? Я чуть не упал в дорогу, хватит! А, ты замёшь! Не должно тебе так вести! Чё за фигня, Макс? Это вообще несправедливо, у нас очень быстрая скорость, у тебя 3, плюс ты в нас ещё стреляешь. Сейчас, Егор, твоя очередь. Моя? Чё-нибудь пожёстче. Пожёстче я устрою. Сейчас на дорожку высыпаются детали из лего, а ты продолжаешь бегать. Так вам и надо. А, я понял. Маловато что-то как-то. Давай побольше. Давай. Тренер жесткий. Ты думал, это все? Еще. Лейзи, а теперь твоя очередь немножечко пострадать. Ну да, не я. Это двоечка. Номер два. Это двоечка. Лейзи, ты сейчас в два раза увеличиваешь скорость одному из соперников. Давай его! Нет, почему? Давай Егору. Он в нас стрелял. Мне кажется, что даже шестерка маловато, тем более, что это на минуту, поэтому... Уважаемый тренер, можно вопрос? Да. А можно водички попить? Нет. Спасибо. Давай. Еще чуть-чуть.
И Макс, блин, я даже не знаю, как комментировать происходящее. Ну, то есть, ну. Так. У меня есть для тебя еще один конверт задания. Давай что-нибудь пожестче, товарищ тренер, пожалуйста. Увеличивается скорость на 1 минуту в 2 раза. Еще раз. Давай, я тебе сейчас... Без проблем. Да вон, на шестерку нажимай. Фух. Ну что, погнали? Я бы сейчас тоже увеличил скорость видео в 2 раза. Но не буду. Сейчас не буду. Поэтому... Мне нравится видео, на самом деле, прикольно. Номер 5. Я чё, забавно. В школе у меня были всегда только 5-ки. Шики. Сейчас ты можешь полежать 30 секунд. Прямо на дорожке. Шучу, шучу. Кто эти задания писал? Кто, я? Егор. Что, я возвращаюсь? Да, ты возвращаешься работать. На самом деле, я что хочу сказать, он идет на 3 километров, и дистанция у него маленькая. То есть мы подальше, иначе мы получим больше. Лейзи, второй круг, второй раунд. Сейчас желаю тебе неудачи. Фортуна улыбнулась мне. Ребята, если вы думаете, что это легко, это нифига не легко. Мы не спортсмены. Лейзи, сейчас ты должен, не сбавляя скорости, залпом выпить сок с мякоти. Чепи. Ну смотри, залпом. Выпей. Страшно его пить. Сок да. Готовили мы с Максом. Можно посидеть, пообалдеть. А чё? Ну, хочу прокомментировать видео. В принципе, оно неплохое. Вот такое энергичное, забавное, такое прикольное. Такое бы, знаете, в РЛ постримить просто. Собрать стримеров, короче говоря, и постримить это в РЛ. Реально, так же. Давай-давай, полезно для организма. Залпом, залпом. Залпом, бежим, пьем. Проводник Костю. Как у тебя? Давай. Молодец. Хорошо зашло. Ребята, мне сильно забились ноги, я уже начинаю очень уставать. Ребята, мы очень сильно устаем, энергия на исходе. Мальчики, не ноем. Ребят, давайте, может, что-нибудь посложнее мне, а то я просто иду, пацаны там вообще в поте, давай потуже посложнее. Все. Давай. Тем более, что у нас 3-й раунд и 3-е задание. Ну давай, может, что-нибудь жесткое, 3-ка. Максим, сейчас я хочу посмотреть на твой актерский талант. Я говорю тебе 5 эмоций, которые ты должен мне изобразить, идя на дорожке, но скорость 3 меня не устраивает, что это такое? Давай девяточку, сделай вид, что ты опаздываешь в школу. Мне надо срочно к первому уроку, там химия, да, а я ничего не сделал. Надо реально ускоряться, а то я не успею. Сейчас, давайте вы тоже показывайте эмоции. А теперь эмоции. Ты убегаешь от ребята. Чиба! Чиба, блядь! Он тебя сейчас убьет, он пилой! Пожалуйста! Чиба! Еще больше экспрессии! Какой ужас, что это было? Молодец, сейчас ты очень торопишься в туалет, потому что все, сдерживаться больше невозможно. Все одно и то же, разве нет? Хорошо, ты опоздал в туалет. Ты должен сделать это в штаны. Ребят, эти актерские испытания сбили мне дыхание, мне уже становится тяжело идти. Хорошо, что у меня 3-ка, я не знаю, как пацанам. Им явно сложнее, чем мне. Поддержите нам нас лайком. Нам тоже тяжело, да? Подпиской на канал. Напишите в комментариях, получилось мне отыграть или нет. Нам тоже. Какая эмоция вам больше всего понравилась? Первая. Быдло ты ебаная, бля. Опять этот сучок. Конверт номер 5. Тебе неудачи. Говорят, скипнули. Сейчас смотрим вот этот хумбоб. Сегодня. Ну тебе реально повезло. Что? Потому ну, что это на уже 2 чат, минуты я ты я можешь уменьшить скорость до хотелось. Почему им все такое, а мне вот все самое сложное. Бежим. Можешь на 3-ку поставить и быть с Максом на одном уровне. Йоу. Ой, как хорошо. Ты бы знал. Я кидаю, и я 100% уверен, что там выпадет мне. Вот, вот правильный настрой. Давай. 3-ка. Это 3-ка. Счастливое число. Сейчас придется пострадать всем. Потому это что Лейзи решил, что он не хочет отдуваться один, а задание звучит пивная каска. Я вижу это. Что будет? Ну куда еще ногу? Я не уверена, что это вкусненькое. Это для всех? Это для всех, мальчик. Что там? Стой, пока там? Не пей. Что там? Не пей. Егор, а у тебя еще и увеличиваем скорость. Пожалуйста. Обратно. Прости. Пожалуйста. Я строгий тренер, увеличиваем скорость. Я поставлю тебе лайки на все тиктоки, пожалуйста. Это запрещенные ходы. Так нельзя. Увеличиваем. А ты бы в такой вписался. Ну все, хватит, остановись. Да. Когда и он. У меня дыхал. Я нормально могу бегать долго. Правила покинули. А я хуй узнал после короны, наверное. Не проверял еще. Никитоксик, спасибо тебе большое. Или нашу игру. Фу! Что это? А это рассказ, мальчики. Жесть. Вам нужно выпить его. Какая гадость.
Фух. Ясно, блядь. Разлился, понятно. Капец, ну и отстой, жесть, он такой... Я не могу в этом участвовать. Макс выбывает из нашей игры и не выигрывает деньги. Я так хотел выиграть. А что такого у рассоли, прикольно, что... Как вообще это произошло? Девочки, за кого болеете вы? Охуели, что ли, черти, блядь. Настолько зажрались, что, сука, им рассол не нравится. Скажи спасибо, что не моча. Ну вот вообще с этим говно жрем. Я не хочу. Нет, тогда давайте. Лейте, давай. Один ничего, терпим, нормально. Поэтому предлагаю снимать наши прекрасные масочки. Фу, у меня все волосы сырые в этом рассоле. Мне кажется, сейчас Даша точно... А не, я бы не стал принимать в этом участие, потому что если бы мне пришлось каску надевать, я бы башню сломал. И играет в этом раунде. Это настоящая дуэль. Я до конца. Мальчик. Я себе даже увеличиваю скорость на безразлице. Давай, я давай. Чувствую победу. Кто сейчас давай, выиграет, рассудит давай, кубик. Давай, давай. Ясно, Егор давай. Сейчас проиграет, понятно. Давай, давай. Давай, Егор. Давай. Сейчас тебе и так будет усложнение. О! Один. Это самый нечестный. Номер один, прям как я. Егор, я сейчас уменьшу скорость твоей дорожки, но не просто так. Тебе придется пройтись по ней гусиным шагом. Нет. Друзья, вы верите в меня? Нет. Что я прямо да. сейчас в лес лечу? Да. Нет. Не могу скипнуть, ребят, надо до конца смотреть. Давай, давай. Давай еще га-га-га говорим. Га-га-га. 30 секунд, всего лишь 30 секунд, Егор, продержаться. А насколько? Чего-то не нравится, давай, моя давай. 9-летняя сестра кайфует, но лучше бы два супа играли. Огромный, жирный кайф, лайк. Кайф, 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 да кайф. Я уже столько лайков какой, поставил. Очень много лайков. Скину полинорм вариант. Теперь воняют. Теперь воняют. Много лайков не бывает. Не бывает. Я бы такого вообще не хотел. Очень испытания, скользко. На самом деле. Очень скользко. Ну, скипнули, скипнули, что? Стоп, молодец. Бля, сколько еще дел идти, точнее? 4 минуты, ребят. Все, кто верит в меня. 4 минуты. Верьте дальше. И я кидаю. Не хочу газировку, хочу чипсинку сожрать. Это 4. Так, Лэйзи, а рассольчика ты сейчас выпил. А теперь, значит, что нужно сделать? Попить? Покушать. Ну ты что много такое? Калорий уже сбросил. Бургер! Ты покушать провел. Бургер с картофелем. И сок апельсиновый. И рассол попил, и еще бургер поел. Лэйзи пришел сегодня чисто пожрать в спортзал. Поел, скинул калории. Поел, скинул. Дай скорость увеличим. О! Нет! Почему не крылышки KFC? Верни! Вкусно! Мне кажется, это лучший бургер в твоей жизни. Да. Да, давай, давай. Самый низкокалорийный бургер. Лэйзи! Лэйзи! Проиграй! Откажись! Сейчас подавится, блядь, умрет. Лэйзи! Я уже доедаю бургер. Сука, я сам чуть не подавился. Красавчик. Я, конечно, очень люблю бургеры, но после рассола, апельсинового сока, еще находясь на дорожке, у меня бы просто бы это все вылетело наружу. Последние раунды. Давай, Егор. Кубик, кубик. Принеси мне удачу. Принеси нет. мне эти деньги. Нет. Последнее задание для Егора. Сейчас я принесу тебе шубу супер теплую, в которой ты будешь реально потеть. Нет. Тебе нужно будет побегать в ней 3 минуты. Мне на и так той жарко. Же скорости. Ну сейчас же лето. Оденься, сейчас холодно. Она ну такая себе шуба. Что это, блядь, такое уж? Это разве шуба? Класс. Давай, ребята, давай, Егор. Только на улице стало тепло. Только мы сняли все свои теплые куртки, шубы. Ты знаешь, сколько ты калорий сейчас потратишь? Это жиросжигатели дополнительные. Ты так будешь вонять потом. Я уже не могу. А тебе будет запах. Ты можешь? Чуть-чуть. Очень чуть-чуть жарко. Осталось. Давай, ясно. Падай. И последнее задание для тебя, Лэйзи. Как... Самое жесткое. Ясно, блядь. Задание. Нет, 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 нет. Если ты его сейчас выполнишь, у тебя есть реальный шанс победить. Потому что Егор сдаваться тоже не собирается, я смотрю. Я не сдамся. Смотри. Я не сдамся. Что-нибудь жесткое. Я готов другое задание. Кто проиграет, чтобы выиграть. Сейчас вынесу сырые яйца. Тогда мы приготовили для вас кое-что нет, на десерт. Нет, нет, почему мне? Почему подожди, опять? Ему надо скушать их? Тебя будут кидать яйца. Тебе нужно будет их биткоин поймать упал и до 31 тысячи. А, да? Нет. Если нет. что-то а, разобьется. Да? Ты предупреждай, когда кидаешь, пожалуйста. Давай. Так, ну погоди. И... Оп. И что? Оп. А мне кто-то... Давайте сложно. Давай. Кидай жестче в него! Давай! 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 Давай, готов! Лови! Давай на дорожку! Лови! Давай, закидывай его! Так, стоп, 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 стоп! Лэйзи, у меня к тебе приложение. Давай просто поделим эти деньги. Мы сойдем одновременно.
Сейчас ты понимаешь, сходим. Что эта борьба не закончится. Да. Давай, раз. Одновременно сходим. Ты готов? Да. Все, раз, берем форму. Два, три. Надеюсь, кто-нибудь кого-нибудь наебет сейчас. Мне кажется, Егор Крид его наебет. Три. Бля, ладно, я ошибся в Егоре. Честный человек, добрый, позитивный. А этот? В принципе, я предполагал, что он это и сделает, просто не стал это говорить, потому что, ну, сами понимаете. Я выиграл! Стоп! Так нечестно! Не, мы договаривались. Правила здесь устанавливаю я. Мы договаривались. Победа! Он тебя подставил, а правила были такие. Кто сошел с дорожки, тот проиграл. Поэтому, Лейзи, ну, очень нечестный. Позитивный чел, Егор, позитивный. Но одерживает победу в нашем конкурсе. Почему я такой доверчивый? Побеждает самый сильный и самый умный человек. Самый хитрый, Лейзи. Самый хитрый. Ну что, давайте посмотрим, сколько я пробежал и сколько я заработал денег. Так, Лейзи, 4800. Хорошо, я округлю. До 5000. Но за это тебе нужно будет сейчас еще побегать. Нет, нет, нет. Давай. Увеличивай. Давай. Да. Друзья, всем пока. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Давай. Поставь лайк и подпишись, Егор Крид. Твой комментарий так важен, так что быстро. Неважно, ты девочка или пацан. Зашел тебе выпуск или не зашел. Все равно напиши комментарий. Поставь большой палец вверх и подпишись. Чего, блядь, зачем? Какой Егор Кидс? Что это вообще такое? Нахуя? Почему это удалили? Зачем это было? Я не понимаю, короче. Короче, я не понимаю. Егор Кидс, блядь. Хесус Кидс. Егор Кидс. Удаляем нахуй эту хуйню отсюда. Да! Я Хесус Кидс. Поставь лайк и подпишись. Хесус Кидс. Твой комментарий так важен, так что быстро. Неважно, ты девочка или пацан. Зашел тебе выпуск или не зашел. Все равно напиши комментарий. Поставь большой палец вверх.